Колонну возглавили местные ветераны. Следом за ними шли сотрудники администрации города, почетные гости, представители санаториев, спортивных и общеобразовательных школ и предприятий курорта. На лозунгах и транспарантах призывы к миру и стабильности. Шествие представителей районов курорта возглавил Адлер. Такого почетного права адлерцев удостоили за успехи в подготовке к летнему сезону, который, судя по данным бронирования отелей, может стать самым успешным за всю постсоветскую историю Сочи. Мы должны сделать все, чтобы, приехав сегодня, наши гости обязательно стремились приехать снова и снова и снова. И я уверен, что так оно и будет, потому что сочинцы – это люди-труженики, это люди, которые никогда не подводили. Сочинцы – это люди гостеприимные, гостеприимство и улыбки, которых знает весь мир сегодня. Шествие по главной улице курорта продолжалось более 2 часов. Ну а затем всех гостей и жители курорта ждали на импровизированной ярмарке на Южном Малу морского порта. Первомайские гуляния в Сочи продолжались до поздней ночи.